Всем привет, друзья! И здесь скучать нельзя, вы на канале Apple Neva. Если вы давно и активно играете в PS, то, возможно, такая картинка весьма обидная и знакомая вам ситуация. И сегодня я расскажу вам, как без потери, почти без потери общего рейтинга команды, сделать цифру стоимости в несколько раз ниже. И заполучить вот такой гораздо более приятный и убедительный результат. Но сначала реклама и поехали. Друг, если ты хорошо играешь в PS и хочешь получать за это славу и какие-то денежки, то тогда сегодняшний спонсор тебя порадует. Я хочу порекомендовать тебе группу по турнирам ВКонтакте PLC PES 2020. Отзывчивый админ, хорошие призы и не только ждет тебя именно в этой группе. А также прямо в момент, когда это видео публикуется на YouTube, там открывается регистрация на мой собственный турнир. Призы будут как от меня, так и от админа данного сообщества, так что мы вас точно не обидим. Вся инфа, конечно же, в описании, но мы погнали к основной части этого ролика. Вообще, все, что от вас потребуется, это банально перебрать свой резерв. Чтобы сильно понизить стоимость команды, вам понадобятся либо фиалки блэкболы, либо, если вы хотите прямо жестко его понизить, один игрок серебряный, либо бронзовый, которого можно сильно прокачать. Лично у меня золотых фиалок нету, поэтому мой вариант это Лео Дуарте. Вроде бы его можно вкачать до 89 и народ. Если я это сделаю, у меня будет команда почти 4900. И при этом стоимость всего 837. Но кто-то сейчас спросит. Apple Neva, а как, блин, узнать, до какого рейтинга я могу прокачать игрока? Я не хочу просто так тратить своих тренеров. Для этого нам понадобится программа PES Hub. Ее можно скачать как в App Store, так и в Google Play. И сейчас мы с вами вместе в нее перейдем, и я вам расскажу, как она работает. Тут вы просто заходите в боковое меню, там выбираете поиск по игроку и находите нужного вам игрока. Дальше открывается менюшка, где написаны все его карты, вы выбираете ту, которая у вас имеется, и смотрите его максимальный рейтинг. Так вы проверяете всех ваших футболистов и потом уже выбираете, кого ставить в резерв и качать. Вот, в общем-то, и все, что я хотел и мог вам сегодня рассказать. Вот так вот просто можно сильно понизить стоимость вашей команды. Но пока не торопитесь никуда уходить. Я же еще не подвел итоги нашего крутейшего конкурса. Да-да-да-да-дам! Именно он забирает аккаунт 4800. Но он оказался не первым победителем. После первой крутки рандома выпал другой человек, но он мне не отвечал 23 часа. Я ему дал времени 24 часа и был уверен, что за этот час он мне не ответит. Я сделал крутку еще раз, и мне сразу же ответил новый победитель. Собственно, ему в итоге аккаунт и достался. Но вот когда оставалось буквально 10 минут до конца 24 часов, тот победитель резко появился. Я очень расстроился и не знал, что мне ему дать. Но, к счастью, у меня оставался еще один весьма интересный аккаунт, и я его ему отдал. Но все-таки, так как он хотел немного другой аккаунт, я попрошу вас подписаться на его Instagram. На последних секундах видео он появится яркой белой надписью на экране. Пожалуйста, давайте поддержим челика и просто перейдем и подпишемся.